Всем привет! Такое тестовое видео в свете последних событий в Кемерово. Я сейчас нахожусь в West Upper Town на Манхэттене. Это такое типа малосемейное, что ли, вот тут вот коридоры. Здесь люди живут, преподаватели всякие разные. И вот это запасный выход, да, по-правильному говорить, оповещение. Светящаяся штука. Я буду просто разговаривать без научных терминов. Это нужно потянуть в случае пожара. Это огнетушитель. 18-й год. Январь, апрель, март. Да, перезаправлен в марте этого года, получается. Вот. Вот что он тушит. ABC. В общем, у него все нормально. Собственно, выход. Эта штука светится в темноте. Здесь написано, пожалуйста, закрывайте двери за собой. Нет никаких вот этих вот нажимающихся кнопок. Но это старое здание. Стекло с вот этой штучкой. Выходим. Дверь открыта. Это узел пожаротушения. Здесь, собственно, шланг. Здесь я не знаю, что зачем это. И лесенки. Пойдем на выход. Видите, здесь такие светящиеся штучки. Если погасить свет, это будет все гореть. Ну, в смысле, как? Это будет работать. Вот, мы спускаемся. Здесь всякий хлам. Ну и здесь, если это нажать, будет аларм. Да, ну так и написано. Если нажать, заработает пожарная сигнализация. Здесь вот замок не закрыт. Я нажимать не буду, потому что это чревато мне потом выписыванием очень нехилого штрафа за вызов пожарной инспекции. Приедут они очень быстро, будьте уверены. Вот, снова это открывается в любую сторону. И здесь то же самое. Все светится. Сам проход, кстати, тоже вот такой вот штучкой обрамлен. Поэтому вот так это все выглядит. Будут вопросы, задавайте. Все. Вот просто тестовый заход в любое общенаселенное такое здание. Все работает. Такие дела.